Туча, звони Лизе, скажи, что Никитин больше ее не потревожит. Куда поехал Конг? Что он говорил? Да ничего не говорил. Наша задача стояла помочь ему бежать, сделать новые документы и вывезти в Москву. Однако, как получил новый паспорт, сразу отказался. Сказал, что сам выберется из Питера. Интересно, каким образом? Весь город перекрыт, его все ищут. Сказал, что его вывезут. Нам он не доверял. Боялся, что грохнем его за городом.